В редакцию «Лида Медиакомпании» поступило обращение от жильцов дома номер 10, корпус 1 на улице Сосновой с просьбой оказать содействие в решении вопроса, касающегося капитального ремонта их дома. Проблема заключается в том, что на стенах здания внутри квартиры собирается конденсат и появляется влага. А это, в свою очередь, влечет за собой грибок и плесень. Решение вопроса проживающие в доме номер 10, корпус 1 на улице Сосновой видят в утеплении стен жилых помещений и прочистке вентиляции каналов. О возможности проведения таких работ журналисты «Лида Медиакомпании» спросили у представителей Лидского государственного заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данный жилой дом попал в перечень жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году. В нашей организации разработана проектно-сметная документация на виды работ по данному жилому дому. В перечень работ входят следующие работы: утепление, замена, ремонт кровли, устройство ограждения кровли, утепление вентиляционных каналов, прочистка дым-вент-каналов, устранение сырости, продуваемость наружных торцевых стен, а также ремонт цоколя с покраской, замена инженерных систем по подвалу, замена инженерных систем по квартирам, то есть замена холодного горячего водоснабжения, канализационных стояков, а также отопление по подвалу. Чтобы устранить вопросы жильцов по сырости в квартирах, были приняты меры об утеплении. Утепление будет производиться пенополистирольными плитами толщиной 50 миллиметров с последующим нанесением декоративного слоя с покраской. Также будут проведены штукатурные работы с последующей окраской нежилых помещений. Будет утеплена выход на кровлю с заменой окон из ПВХ. Также в проекте предусмотрено ремонт входных групп. То есть сбивается старая плитка типа кабанчик, штукатурится стены, красятся, ложится решетка для вытирания ног, а также ремонтируются входные двери, то есть красятся. Проектом также предусмотрена замена электрощитов в подъезде, замена силовых кабелей от ВРУ до подъездных щитов, а также замена осветительных приборов. Подрядная организация ООО «Буркум», работы начинаются 18 марта. Срок продолжительности строительства в данном доме составляет 3 месяца.